Запеканки с фасолью. Ты что творишь? Боже! Игра. Захрапели посреди игры. Ты говорил, Беличек ничто без Брэди. Да, он выиграл Восточную лигу, и сколько там побед? 280. Крис, ты компьютер, ну ты даешь. Так приятно видеть дружную семью. И дом чудо. Я еще в машине сказала Полу. Не представляю, каково было расти в таком красивом доме. Ну, мальчики загаживали его как могли. Брось. Пол сказал, у тебя двое детей. Да, мэм, 16 и 9, они сегодня с отцом. С чьим? О, дочери. Джорджия, еще шутка. Что сказала мать индейка непослушным птенцам? Не знаю. Если бы ваш отец вас видел, он перевернулся бы в гарнире. Двойное фу. Жестко. А мне нравится. Ну, неплохо, да. Джорджия, ты ведь с Полом работаешь? Женщинам сейчас легче в политике. Что? Это ты к чему, папа? Чего? Я феминист. Сходи на гольф с моим однокурсником, Арти Клоссом. Он конгрессмен. Может помочь. Мне не нужна помощь, меня только переизбрали. Это шахматы, а не шашки. Не сидеть же у Уэлсбери всю жизнь. Его обожают. Особенно, когда он стал семейным. Джорджи, передай еще начинки. Такая вкуснятина, не могу устоять.